Вообще этот блок хулиганский, поэтому уберите детей подальше. Смотрите, вот это украинская новость. Вот сегодня я включаю телеканал, чтобы узнать новости. Включал другие телеканалы, то есть других стран. Да, я включал немецкий, французский и итальянский. Я узнавал новости. Извините, я включил российский, я узнал новость. Сейчас я включил украинский ICTV. Я включил канал «Узнать новости». Андрій Орлов, відомий під псевдонімом Орлуша, поїздці президента Путіна на Генасамблеї ООН присвятив новий вірш. В поетичних рядках вся суть візиту та виступу. Ось кілька його рядків. Путін здавав в багаж, бук, Іскандер, камуфляж, 5 амфор, духовну скрепу, кіно про проділки Газдепа, 4 футболки Крим наш, спецпропуск на Ялтинський пляж. Привіт від бурятів Донбаса, кусок санкціонного м'яса, який стащили з печки вежливі чоловічки. Что, ждете еще чего-то? Так это вся новость. Ну теперь я, Анатолий Шари, известный по прозвищу Неуловимый, расскажу свой стих. Уверен, канал Пинчука работает на дурака. С утра и до вечера слышу, что Путин сказал, чем он дышит, о чем рассказал Жириновский, что завещал Березовский. Какое мне нахуй дело, что КПРФ пропердело, что ест на обеды Шойгу. Короче, кончайте пургу, рассказывайте о своем. У нас у самих проблем. Вот так, хватит мне про Россию. Достали уже с Путиным.